1 ноября лицей номер 13 имени Расула Гамзатова подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан, которое гласит, что между сторонами будут установлены перспективные направления сотрудничества в области образовательной, профориентационной, научной, научно-технической и инновационной деятельности. И в ближайшее время ученики 13-го лицея смогут посетить промышленные предприятия Республики Дагестан. Это будут предприятия как легкой промышленности, предприятия машиностроения и оборонно-промышленного комплекса. Данное соглашение позволит лицею получать поддержку проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации детей и молодежи в различных сферах деятельности. А также в ближайшее время будет реализован образовательный проект, инженерный класс и многое другое.